Еще один момент. Вот я еще памятник не успели поставить, и вот уже бутылка водки возле памятника находится в стилизованном виде гранаты. Я вот ее сейчас опрокинул специально, чтобы вот эта зараза вся вылилась, и чтобы больше здесь такого никогда не было. Значит, еще раз хочу всем напомнить, что на границе мы никогда не пили алкоголь, не сквернословили. Граница это священно, как и наши матери. Поэтому я ко всем просьбам здесь никогда не выпивать. Выпивайте в кабаках, где-то в каких-то других местах, дома на кухне, но это место поклонения нашей службе тяжелой. И у нас из пограничников очень многие не пьют, поэтому это есть оскорбление для нас и для меня лично тоже, как для человека, отдавшего свое здоровье и молодость на границе. Поэтому вот пусть это послужит аллегорией, вот эта водка вытекла, и больше, чтобы здесь никогда не было. Это не просьба, а это четкое указание к действию.